Так, Лора в школу поехала. Пока-пока, Лорочка, пока-пока. Поехал ребенок учиться. Пока. Ой, моя дорогая. Вот. Так, этой камере у меня, наверное, я не знаю, сколько лет. Надо высчитать, потому что я ее купила во Флориде в связи с тем, что я утопила. Утопила тогда, очень много чего утопила. Мы пришли на берег океана, слушай, к вечеру уже. Такой, как-то такой был там вид красивый, все. Ну, и я увлеклась съемкой. Вот. И зашла я в воду, где-то по колено зашла я в воду. И повернулась я спиной к океану, а лицом к берегу. И пятилась. Вот. Ну сейчас... вот, и, короче, я стала пятиться и снимать в это время. И вдруг там какая-то такая ямка сзади образовалась. Невероятная. И я спиной прямо упала, ухнула в эту воду. И у меня сумочка кроссбоди, как обычно я люблю, да, в которой телефон сотовый, кошелек с деньгами, со всякими карточками, камера в руках единственная. И, естественно, на лице там макияж, прическа и так далее на голове. И все. И я ухнула в эту воду, и я не могу никак встать. Получается, что ноги-то у меня кверху, а остальное это все вниз пошло, как бы, понимаешь? О, Саша подбежал ко мне, начал меня поднимать. С первого раза не поднял, какая-то волна пошла небольшая. Он меня вроде приподнял, но и опять опустил в воду. Он, короче, меня три раза окунул туда, как крещение такое, знаешь, сделал. Ой, лошадки едут, да? Короче, Ира, и смех, и грех. Поднял он меня, в итоге поднял он меня, как утку всю мокрую. Ой, ну я-то ладно. Ну, пришли мы тут же, у нас гостиничка совсем рядом с берегом была. Пришли мы, и начала я все разглядывать. Телефон мой, все, утопился. Камера утопилась. Деньги все на сушку пошли, карточки на сушку. Пошли, это все мы спасли, а вот камера и телефон нет. И мне пришлось на следующий день, мы поехали, купили мне новый телефон во Флориде, и вот купили новую камеру, потому что, ну что делать, съемки-то все впереди, это первый день был. Ну, конечно, Саша на меня поворчал, поругался, что я неаккуратная, что я увлекаюсь, про все забываю, понимаешь? Он, ну, как положено, поворчал, в принципе, правильно он поворчал. Я согласна с ним. Вот, ну и все, и так вот, и камера у меня это вот и оказалась, понимаешь? И новый телефон. Ой. Вот такой был случай у меня. Круто, круто. Да. А, это вот медицинский офис. Ты меня можешь здесь подождать в машине, я не пойду, да? Нет, я не пойду, Ира, а что я там я буду делать? Купить, я сейчас. Ага, я... хорошо. А где у тебя вход? Он там? Нет, там. А, окей. Ага, хорошо, подождешь. Это вот медицинская такая, как офис-клиника, куда и Скотт ходит, и Ирочка заходит, тут и лаборатория, можно сдать анализы всякие человеческие. Вот. Вот она пошла сейчас там взять лекарства какие-то. Ну, такое милое местечко. Нормально. Подземный большой-большой паркинг. Home Depot пришли мы
это самый цветочек, цветочки выбирать на бэк-ярд. Ну, это вот домашние цветы, 26,98. Красивые такие цветочки. На пальмочки похожи. Мне нравится очень. Они все по одной цене, 26,98. Вот пальмы настоящие, прелесть. Но это домашние пальмочки. Я сейчас все просмотрю. Да, вот эти мне очень нравятся, мам. Вот эти. Угу. Это мой первый выбор будет, наверное. Ага. Нам надо для двух горшков и в грядку посадить цветочек. Тут вот 2,98 горшочек. Много, конечно. Люди любят сажать цветочки всякие. Сами понимаете. Это здорово. Для посадки не очень, но сами по себе. Очень интересные цветы. Мне кажется, они интересные. Вот смотри, на них даже бебечки еще потом вырастут, мам. Да? Очень интересно. Нам надо, значит, для большого горшка. Вот я не знаю, я хочу кактус для большого или что-нибудь такое необычное. Сейчас я заблокирую этого. Это по $20 вот эти горшочки. Тоже интересные растения. Ой, кактусы такие, но очень колючие. Я такие не люблю. Это агавы. Вот это. Вот это агавы, да? Да. Тебе вот, нравится вот это мне очень нравится, да. А они цветут вообще? Не знаю, может. Сейчас я вот это... Там вот это... Выкопала. Я посмотри, у него и бебечки там есть. Очень красивенькие, да. Ой, какой красивый, вот этот мне нравится. Да, мне тоже понравился. Такой необычный. Вот это алоэ. Ага. Это алоэ, какой-то вид алоэ. Ага. Вот это тоже необычный какой кактус, да? А вот эти как волны какие-то. А эти как уши какие-то, я не знаю. Уши? Какого-то животного, мне кажется, да. Или волны, или как какие-то инопланетяне. Ну, тоже интересный по-своему. Очень, да, очень интересный. Но этот такой прям... Но это не по твоему вкусу. Ну, знаешь, если вот... Я вот что мне больше всего нравится, выбираю. Ну да. У меня еще один горшок был какой-то. А мне вот эти уши нравятся. Уши, а мне вот это вот белый. Вот этот я оставляю. Ага. Вот эти два мне очень нравятся. Слушай, сколько нам Бог послал всяких растений. Боже ж ты мой. А смотри, этот цвести будет. А, это алоэ, да? Угу. Угу. Ну, у меня вот этот маленький алоэ есть, так уже. Да, да. Мне не хочется алоэ. Да. Это уж больно прямо смотреть на них. Агавку для одного горшочка и вот те два для другого горшочка. Ирочке понравилось, и мне тоже. Агавка с бэбичкой. Так. Ну все. Все, розмарин посадим. Ира говорит, хоть польза будет. Если вырастет, вырастет. Не вырастет, не вырастет. А сколько розмарин? По какой цене? $10, короче. Да. Ну, у меня еще скидка здесь 10% военная, ага, так что... Ага. Ну, хорошо. Мама, смотри, на большой горшок и на маленький хватит вот? И еще у меня там полмешка есть, такого побольше полмешка есть. Я думаю, хватит. Если не хватит, еще съездим, тогда да, возьмем, да? Я думаю, хватит. А это вот вся стелящаяся травка вот на склон, например, на бэк-ярд посадить. Но для склона надо очень много травки такой. Мы что-то пока не готовы. Они взяли какую-то травку, вытащили со склона, им не понравилось, а новую еще засадить не могут. Вот так вот. А я говорю, надо вытаскивать тогда, когда новая уже на готове. Правильно я рассуждаю? Правильно я рассуждаю. А то, понимаешь ли... Вытащут, а поменять еще нечем. Интересно. Такие полевые все цветочки. Ой, а вот это симпатичные, такие нежные. Красные цветочки. Вот это вот даже запах такой, это вьюны тут.
flooring. Please call you back at 101. Flooring 101. Вьюночки, вьюночки, вьюночки. Ну все, мы определились, пошли на кассу платить. А, смотри, вот эти люди наполнены воздухом. Да? За счет этого они вот не тонут. Надо же. Как пузыри воздушные вот эти вот. Да, интересно. Да, да, интересно, да? Сколько розочек всяких. Так пахнут они, Ира. Пахнут, да? Ага. 26,98. Грейсик вот белые почему-то очень розы любят. Ага, белые, да. Магазин Home Depot, конечно, любят все. Любят все, да? Да, конечно, тут все для дома. Все для красоты, строительства и уюта. Простите, я занята, Ир, я не, вам не это самое, не помогаю, я очень занята, Ир. Ну, ради бога. А вот эти вот эти упадут, может, или не упадут? А эти давай я в руках буду держать, нет? Да, вот сюда и попробую. Да? Да, мне кажется, нормально. Ага. Ну все, поехали. Мы любим порядок, все на место положить, правда? Все, садимся. Ой, жарко, очень жарко. Так, теперь мы в Rite-Aid. Ирочка сходит одна, я не пойду, я в Rite-Aid не очень хочу. Она за определенными товарами точно пойдет. Не очень хочешь, а то смотри. Будешь каяться потом. Да, ты же любишь Rite-Aid. Все, жду тебя. Ладно. Даю тебе 4,5 минуты. Окей. Окей, говорит. Я попрыгала. Давай. Лодочка приехала. Хорошо иметь такую лодочку. Да, с такими корнями. Подожди, а вот это белое что? А это отросток новый. Смотри, это бебечка он. О, окей. Он бебечка прям, смотри, как идет. О! О, ты посмотри с этого. Mm-hmm. Прям под землей отросток. Как интересно, Ир. А смотри, вот еще бебечка идет. Mm-hmm. О, здорово. Интересно так. Mm-hmm. Под землей это что творится, да? Как грибница какая-то там у них. Ага. О, бэбики будут. Замечательно. О, слушай, как сейчас вечером хорошо все-таки. Ну вот, хоть этот будет у меня. Сейчас Ирина посадит еще цветочек, который мы сегодня утром купили. Смотри, как у него места-то ему много надо, да? Да, да, надо такую ямку глубокую делать. Так, ну вот этот цветок что-то мне, да, что-то он мне не нравится. Да, ну, давай выкинем. Какой-то он совсем некрасивый. Давай мы его... Давай через другой. Что-то мне он вообще никакой красоты, Ир. Ну, выкинем, мам. Да, выкинем. Мы можем в Walmart, там тоже суккуленты продают. Можно ага, мы с тобой что-нибудь еще сюда купим когда обязательно. Когда в Walmart поедем, мы ага. Купим суккулент там какой-нибудь. А то такое все красивенькое здесь, а он портит весь вид. Ой, замечательные цветочки. Просто чудо. Хорошенькие. Угу. Это алоэ. Такой вот короткошерстный. Короткошерстный. Коротколистный. Замечательно. Угу. Здорово. Нормально? Да, вот сейчас хорошо. Хорошо сел. Хорошо сел, да? Угу. Очень хорошо. Ага. И бэбичке место будет там как раз сбоку. Ты хорошо посадила его. С расчетом на бэбичек, да, Ир? Да. Ну, моя хорошая. Какая-то у меня умная девчонка все-таки. На бэбичек, да.
Я, да, надеюсь, что там будут дымы. Вообще интересно, что получится дальше. Посмотрим, ага, какой он вырастет. Ага, ага. Сейчас жара спала. Так хорошо, хорошо. А Лора там какую-то красит свою майку какую-то. Мама краску купила. Красит майку, да? Да, какая-то прозрачная майка, но она говорит, если я ее покрашу, она будет непрозрачная. А, да-да-да. Купила краску для ткани. Ага. Не знаю, что-то там чудит, что-то творит. Угу. Молодец. Ну, нормально, да, мам? Очень хорошо, очень. Так складненько так. Вроде я его в центр посадила. Нормально, ты он еще на бебичек, видишь, дала бебичка, место. Да. Ну, расти давай. Вот ты знаешь, Ир, растения, вот я что-то сегодня подумала. Вот сидят они в этих, в магазине, вот они там стоят на прилавках, да, и ждут своего родителя. Вот кто кого удочерит, усыновит. И мы сегодня вот деточек взяли, да, таких. Да. Много-много. И они попали, мне кажется, в очень хорошие руки. Ну, этот вот вообще будет красота цветов, мам. В очень хорошие руки попали. Еще погоди, он вырастет, такой будет красивый, ну, большой. Да, да, очень. Это какая-то, знаешь, агава какая-то. Ага, красивая, агава. Мне нравится. Есть. Так, все, я пошла за бэбичками другими. Тоже. Угу. Что-то мне захотелось вот таких. Да, теперь мы вот эти бэбички посадим, хорошенькие такие. Мне нравится тоже их. Угу, здорово. А вот эта вот поливалочка, да, вот эта Лора, поливалка. Лора, вот здесь смотри, у нее бебечка уже растет. О, хорошо. Ира, а как часто эти поливалки в траве, они как? А как их запрограммируешь? У меня каждый... Нет, а где они еще находятся? Где они? По бокам в основном, да? Да, там. А. И вот по тому краю. Ага. Понятно. А у тебя как часто поливает? Каждый день день, кроме одного дня. И каждый день во сколько? Утром, вечером? В 9 и в час ночи, по-моему. Там, в 9 вечера? Да, в 9 вечера и в час ночи. И в час ночи? По чуть-чуть. Да, минут по 10, да? Не, по-моему, по 5 и по 5. А, окей. Лалочка качается. Привет, привет. Ты выучила уроки-то, да? Да. Молодец. На пятерку выучила. Умничка. Вот смотри. Вот это... Тебе нравится этот, Лора? Да. Мне так понравилось. Я думаю, какой он интересный выбор. Правда, желтый цвет цветка очень сочетается с голубым горшком. Например, вот здесь красные цветочки сочетаются с терракотовым горшком. А вот этот цветок, Ир, смотри, он как с горшком-то тоже сочетается. Да, да. О, я только сейчас до меня дошло. Здорово, тоже такой же какой-то он, такой похожий даже горшок. И этот зеленый сочетается с зеленью вот этой. Здорово, слушай, я только сейчас это поняла. И даже сегодня вот этот горшок такой, знаешь, Ир, как будто он такой старый горшок, вот с характером. Вообще я не знаю, где его взяла даже. Да? И цветочки такого же примерно оттенка. Я не помню, где его взяла. Удивительно. Слушай, здорово. Я все время сначала начинаю с горшка. Не с цветка, а с горшка. Да? Я не знаю, почему вот у меня так. Интересно. Если мне горшок понравится, потом я к нему суккулент подбираю. Что-то сегодня птичек не видно. Я видела колибри сегодня. Колибри, да? Ой, как хорошо вечером. Лора, а тебе надо какие-нибудь цветки сажать? Этот гавайский, ты будешь сажать цветок? Перечное дерево. Это или мальчик и девочка. Пусть бабушка. Я посадит. Даже перчиков набрала таких. Подарим вот. Подарим бабушке Гаю? Кругленьких. Мам, а хочешь, я тебе подарю этот такой цветок, Лора с Гавайев привезла? Он еще да? как палочка. Я тебе объясню, как его прорастить. Ладно, тут хочу. Его, знаешь, что, его надо будет в большой горшок посадить потом. Ой, я подумаю, Ира, да, есть ли ладно? У меня место, Ирочка, ладно. Я подумаю. Хорошо. Потому что это у меня если очень, нет, тогда... очень проблематично в моей квартире. Я думаю, что они попали в хорошие руки, им будет хорошо, Ира. Это правда. Вот этот только нам надо будет что-то с ним это сделать. Это будет хорошо. А этот мы заменим. Он очень не вписывается как-то вообще.
картин. Да. Такой горшок, вот надо было. Все, я этот цветок вытаскиваю. Все, вытащила я его. Сейчас сразу пойду, я его выброшу. Еще тянуть резину. Ну вот, замечательно пока получилось. Мы очень довольны. Цветочки будут расти. А вот этот цветок мы еще, нам предстоит посадить вот в этот горшочек. Посмотрим, как оно будет. У соседей что-то деревья плохо растут, они весь вид портят. И вот этот склон, конечно, надо позеленить. Срочно, срочно. Очень красиво, очень. Мне очень нравится, как у нас получилось. Да, и вот этот розмари в перспективе тоже хорошо смотрится.